Самые ответственные водители-родители ездят и живут в Поварово. Во всяком случае, сегодня утром других Оксане Федяшиной не встречалось. Давайте посмотрим, как вы переводите детей. Раннее утро среды, микрорайон Поваровка. Родители везут своих детей в детские сады и школы, а сотрудники госавтоинспекции проводят профилактический рейд «Ребенок-пассажир». ГИБДД Горсона сады, 95, проводится... Ну, можно попросить у нас электричку в школу? Понимаю, понимаю. Можно две попросить? С вашего разрешения. Привет. Сколько годиков? 8. Цель и задача данного рейда – проверка соблюдение требований водителями правил перевозки детей в автомобиле. Это пункт 22.9 правил дорожного движения, в котором указано, что дети до 12 лет должны перевозиться с использованием детских удерживающих устройств, и в том числе закрепленными ремнями безопасности. Какой штраф? Штраф за данное нарушение предусмотрен в размере 3000 рублей. За час работы сотрудники ГИБДД остановили порядка 30 машин, в которых перевозились дети, и только в 4 из них были нарушены правила перевозки. По итогам рейда можно сделать вывод о том, что наши водители стали ответственнее относиться к жизни и здоровью своих детей, что не может не радовать. Оксана Федяшина, Дмитрий Мракасов. Наше время.